МЧС России по Чувашской Республике уделяет большое внимание обучению азам безопасности подрастающего поколения. На очередном занятии в 37-й Чебоксарской школе побывала наша съемочная группа. Сергей Аршинов уже 13 лет работает спасателем. Говорит, что это не работа, это дело всей жизни. В этом году по результатам конкурса «Созвездие мужества» он признан лучшим инспектором Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Чувашской Республике. Это его вторая победа в фестивале профмастерства. Главной своей задачей Сергей Аршинов считает предупреждение опасных ситуаций на природе. Он много общается с детьми и подростками, учит их правилам поведения на воде. Такие занятия мы проводим постоянно. В школах, где есть бассейн, это вообще замечательно. То есть дети видят, как реально это все, более к реальному относится, как это все происходит. Но у кого нет бассейнов, мы просто проводим в спортзалах, в классах мероприятия, просто объясняем, для чего нужны средства спасения и как ими пользоваться. И дети с раннего возраста знают это. Несмотря на юный возраст, школьники серьезно относятся к занятиям. Они учатся подавать спасательный круг, надевать спасательные жилеты и оказывать первую помощь пострадавшим на воде. Уметь оказывать первую помощь очень важно. Вода не прощает беспечности. Особенно она опасна для детей, не устает повторять Сергей Аршинов. Услышать его советы и рекомендации можно в эфире Таван Радио в детской программе «На одной волне с МЧС». Богдана Дойникова, Бахтияр Велиев, Республика.